Вот еще, пожалуйста. Вот такие, как их назвать-то? Говорящие головы, они сами ничего не знают и не понимают. Так. Вот. Вот. Почти 600 тысяч просмотров. Самая страшная болезнь плодовых – рак. Как определить, как лечить? А рак – это не болезнь. Понимаете? Гриб селится на мертвых деревьях. Уже, наверное, не с десятки, сотни фотографий показал. А им не имется и все равно. 600 тысяч человек знает. А потом все наоборот. Давай вырезать. Так? Нет? А, девушка. Вырезать будем? И скорее всего, деревья садится это самое, грибы. И давай теперь уничтожать деревья дальше. Вот это вот Елена Александровна, мама, ой, такая приветливая женщина, да вы сами видите. Врач, Красноярск, вот. Ну, конечно, она не садовод. И вот когда она соберет эти персики, ой, абрикосы, я уже заговариваюсь, эта ветка так и останется наклоненная. Остается что? Позвать сюда специалиста, и он возьмет ножовку, пилу и начнет все это уничтожать. Я всегда, когда я вижу, от урожая всегда ветка наклоняется и остается в такой позе. А их учат уничтожать в любом возрасте. Себе пальцы, фаланги не отрезают, запястья не отрезают, вот до по локоть, вот сюда не отрезают. Зачем вы деревья колечите? Я просто подобрал эффектную фотографию. Ну, деревья-то в чем виноваты? А? Вот это мои доказательства. Пусть они эмоциональны. Представляете, какой урожай еще был? Таких веток у меня тысячи. А им все отрезали. Урожай уходит, а ветка остается наклоненная. Осенняя обрезка яблонь. Советы для начинающих. И вот заметьте, осенняя обрезка яблонь осенью, она почти смертельна. После нее-то вот это начинается, вот все она не знает. Вот, если бы ты вот взяла бы и сказала, что черный рак – это не болезнь, это только страшное название безобидного гриба, который жрет мертвое. Вот она бы сказала бы вот это бы. Но ведь самое подлое, что еще и слово «правильная обрезка». Как может быть правильная смертельная обрезка? Под силу, да, дураку хватает. То есть любому дай секатор, дай ему этот ножок, и все, прощай дерево. А где-то какую-то теорию придумал. Теория может быть только одна. Дерево самодостаточное, оно обязано расти так, как ему положено по генетике. Хорошо. Была страшная дискуссия. Сейчас она настолько нет, что умер Латинков, умер Боднар. Так, вот. Нас практически уже такого калибра уже практически не осталось. Да? Вот. Ученый мир уже давно понял и знает, что эффективной гибридизации не существует. Но выпускницы ветерки этим это самое, нас достали. Уже наука. Я занимаюсь за наукой. Сын мой за наукой, брат тоже. Вот. Какая теория? Теория существует, генетика существует. Дерево растет так, как в программе заложено. Что остается делать? Оставить его в покое. Но кому-то вот это надо, чтобы не имеет даже понятия, насколько нас опасна осенняя обрезка. Перед зимой раны, не замерзающие, вернее, не это, не заживающие. И пошло. Понять, чего вы хотите. Это так мудро. Прежде чем приступить к уничтожению кроны. И пошло. Омолаживающее, санитарное, формирующее. И вроде бы умно звучит.